Ну, нам что-то играть надо будет. Для радио. Да, они в 200 в следующем раунде. Чего мы не сможем сделать. Ты на том месте, да? Да. Подождите, релик надо на столе кинуть. Вот. Так, это, значит, садись за стул, за ты вот этот. Спрячься, не я за вот этот стул сяду. Радио, ты за тот стул. Санаториум is going down. Need help, Deadspawn Sanatorium. Deadspawn Sanatorium. В кузове, только на край, на, только прямо на краю. If you have that, send it there. Так, парни, дайте я подъеду. Try to train them. Сколько? 2-3 получается уже? Да. Это последний раунд или еще будет? Еще. Садись за вот этот стол. Good job. На рампу? Угу. Может, там какая-нибудь машина, я не могу наверх забраться. Сейчас. Сейчас подойдем. Подальше проедь, да, подальше. Нет. Это приел. Еще раз прилетел. Здорово. На. Как там ощущения после битвы? Как там ощущения ваши после боя? Здорово. Ну, тоже так думаю. Теперь вижу сюда. У нас, походу, дело все хотят атаковать. Никто не хочет здесь защищать. Да. Слишком много уходило с флагов. Пытались набить киллы. Бридж был очень. Что угодно, лишь бы не пытаться выиграть. Так классно. Херня полная. Так, у нас есть задумки на там на TeamSpeak, чтобы тренировки просто сделать получше, потому что чтобы какую-то тактику стратегическую придумать, потому что это бой как на паблик, знаешь? Да. Типа каждый сам за себя. Каждый делает все, что хочет. Да. Ладно, будем думать, как это решить, эту проблему. Хорошо. Так, держите, хорошая битва была, но могла быть лучше. Да, спасибо. Спасибо. Давай.
класса. Ну, Кодл должен, ой, Руэр должен будет. Сейчас, подождите, подождите. Ай, я упал, чё. Да там легко. Вроде машинку разверни, поставь этим зигзагом там. Погодите, я не могу наверх подняться. Блин, капец, времени уже много. Ну да, надо. А, я, в принципе, прямо отсюда начну тебя. Идите сверху, я переплыву на другую сторону, потом снизу пролетишь. Ой, ну ладно, вроде нормально. Не-не-не. А, ладно, давай, давай. Это смешно выглядело. Да я специально радио. Теперь на другую сторону. С другой стороны, теперь внизу. А, с другой стороны? Подождите, я попробую все-таки вот с этой херни. Чем? Сейчас, секунду. Да, ну что он падает? Сейчас, погоди, 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 не лети. Я почему-то когда на дороге стою, я падаю вниз. Лети. Угу. Можно куда улететь? Давайте еще раз с воды купим. Можете попробовать прыгнуть, да. Не, наверное, не, знаешь как? Вам надо прыгать будет тогда с другой стороны. Подождите, пока не прыгайте, не прыгайте, просто на меня смотрите, на меня. Ну нет, нет, иди снизу. Не прыгайте. Не очень. Давай еще раз. Ты прям весь экран загородил. Я поздно нажал. Нормально. Теперь идите наверх, теперь лети с обратной стороны, под мостом. На тебе. А не-не-не-не, с той же стороны. С той же стороны под мостом. А вы попробуйте прыгнуть на него. Так подожди, сейчас еще рано. Вот.
Как его скинуть? Я так и хочу. О, прикольно, мне не надо заявить за боговых. Так, ну короче, давайте это... Добрали есть? Есть. Вот спот. Я поздно спот. Надо, чтобы все вместе. Ну, танк скинуть. Надо успеть, когда рассчитывать. Давайте без крыва только пехотой на него прыгните. Потом останетесь, попробуйте с техникой. Ну просто... Может, мы будем. Раз, два, три. Я и не упал. Что, еще раз? Раз, два, три. Не отсюда. Ты спот? Нет, я не был готов даже. Вам так сложно в него попасть, когда вам, ну, собраться с тобой. Забагового оленя теперь зарядки снайперской духи, но бесконечно перезаряжается. Готовьтесь прыгать. Мы можем на другой флаг пойти тогда. На бридж, а потом на санаторию. Кто меня там толкает? Керс поближе подлит. Все, Егор стоит. А по цеху поближе подлимите чуть-чуть. Керс тоже поближе. Не, знаешь как, Егор, чуть-чуть вперед подъедь еще. Вперед. Я по цеху тоже вперед. По цеху вперед и там сзади вперед. Фак мой радио. Пролети примерно так же. Ага. Хотя будет плохо видно, вот. Левее бачком, лети. Бачком. Вот, в целом надо. По-моему, он меня кинул. Теперь, вот. Сейчас, сперва только пехота. Лети с... востока на запад, вот наоборот. Давай на ту часть моста прыгаем. Вы пока только пехотой потренируйтесь, а. Это. Тут ралли прям есть. Вот, как это. Лестница вот справа, да. Вот с другой стороны просто... Парапет мешает, будет технике мешать. Давайте, готовимся. Я по нему пробежал. Направо, 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 там. Я не молчал. Не надо мне по мне попадать еще. Готов, готов. Лети, знаешь, ты, наверное, тут скорость меняешь, вот когда на подлете лети с постоянной скоростью.
шрам, возможно. Ладно, 3 часа уже. Да. А, давайте, а то меня уже рубит.